Друзья, это утро на седьмом, и мы уже вернулись в студию, в которой появились наши замечательные гости. Это Виктория Тараненко и Руслан Матолько, руководители инструкторы Сальса Клуб Одесса. Доброе утро. Доброе утро. Очень рады в такой весенний день быть с вами, несмотря на погоду, с вашей такой радостной студии. Очень приятно. Ну, мы рады, что вы к нам пришли. И сегодня, тем более, будем говорить о танцах с людьми, которые занимаются профессионально этим видом искусства. Сальса Клуб уже сколько лет существует? Семь лет. Давно уже завоевала популярность, да, и насколько вот сейчас популярна сальса? Ну, популярна сильно, и популярна всегда сальса, потому что это такая социальная штука, это социальный танец. В этом популярность будет всегда и есть, потому что могут танцевать люди любого возраста, веса, роста, религиозных взглядов и так далее. Никакой специальной подготовки для этого не надо. Соответственно, в любые времена это будет весело и здорово. То есть научиться сальсе может каждый, и стар, и млад. Ну, вот чтобы вот хотя бы основам, да, научиться, сколько времени надо? Для того, чтобы основам научиться, ну, достаточно 2-3 месяцев, чтобы знать какие-то основные базовые шаги и базовые фигуры. А все остальное уже, конечно, зависит от желания, усердия и любви, так сказать, к танцу. То есть, если человек его полюбил изначально на первой тренировке, на первой вечеринке, то я думаю, что это остается навсегда, и человек прилагает максимум усилий для того, чтобы быть лучше, да, чтобы знать больше. И, соответственно, чем он лучше, чем он знает больше, тем больше удовольствия он от этого танца получает. Какими-то специальными навыками нужно обладать? Музыкальным слухом, например, не знаю, заниматься до этого каким-то видом спорта? Хорошо, что нет. И как любой тренер могу вам сказать, конечно, когда ты работаешь со свежим материалом, с нуля, намного удобнее, намного легче. А знать ничего то не нужно. Не испорченные еще, да, какими-то другими танцами. Со своими внутренними какими-то уже умеющими вещами и знаниями. Однако, все намного проще, когда ты ничего не знаешь. С ритмом проблем нет. У нас есть дополнительные тренировки, ритмика и перкуссия, музыкальность и так далее. То есть этому можно тоже научить? Да, такие отдельные курсы для начинающих ребят, и мы помогаем им услышать музыку, узнать корни этого танца, узнать корни музыкальных инструментов, да, откуда все произошло, как оно звучит, как играет. Ну и в частности на тренировках мы прививаем, естественно, чувство ритма. Вот поэтому это все легко и просто, без проблем. Любой может танцевать. А возраст, да, вот какие-то ограничения по возрасту существуют? В том-то вся и популярность танца, потому что это доступность для людей любого возраста, да, то есть начиная от 18, к примеру, и заканчивая, ну, 60. Кто как себя чувствует внутри, да? Скажите, насколько сальса популярна вообще в мире, ну и в Одессе в частности? Очень популярна в мире. Здорово, что я могу приехать за границу в любой город, где танцуют сальсу, любого направления, и могу человеком потанцевать, не зная языка совершенно. То есть вот на уровне вот общения, на уровне танца. В любом городе 100% есть какие-то сальсо-клубы и сальсо-вечеринки. В любом городе танцуют, в любом городе мира. Ну, это очень приятно, когда ты приезжаешь за границу, ты сразу заходишь в интернет, ты смотришь, какой клуб, сразу приходишь туда, все, у тебя есть друзья, у тебя есть компания, люди, которые отзывчивые, которые помогают тебе, ты уже с ними и общаешься, и дружишь, и живешь, и гуляешь по городу, и, ну, это мега здорово. То есть можно сказать, что сальса — это не просто танец, это такой образ жизни, это сообщество единомышленников, вот это правильно? Самое правильное, это стиль, да, жизни. Это не образ, но для меня это, вот я для себя определил, это стиль жизни, потому что Вика правильно говорит, если ты едешь в какой-то город, неважно по каким делам, будь то по работе, будь то отдохнуть, ты все равно узнаешь, есть ли там сальса. И, может быть, решение определит вот этот фактор. Если там есть сальса, я еду 100% и никаких проблем. Мы сегодня говорили об осенней хандре, об осенней депрессии, весенней депрессии. Скажите, пожалуйста, насколько сальса поднимает настроение и помогает бороться с такими плохими, грустными мыслями? Ну, у нас есть такая штука, как разминка. Да, это 5 минут, когда мы отключаемся от всех проблем, от всех забот о домашних делах, забываем. И вот эти 5 минут... Я вижу, когда люди приходят с грузом, какими-то делами, проблемами, и 5 минут – это другие люди. Это эмоции, улыбки, человек избавляет. И вот час он погружается полностью в другую жизнь. Он становится, ну, актером, он играет любую роль. Если это мама-домохозяйка, она становится бизнес-леди, она упорная, боевая и так далее. Мужчина, естественно, в сальсе главный, что очень радует нас. На сегодняшний момент женщины расслабляются. И мы, ну, как бы играем в игру,
и люди отключаются полностью на час. Они уходят другими, это позитив, это бешеная энергетика, ну, это веселая музыка прежде всего, конечно. Это контакт с людьми разного возраста, что хорошо, мы заряжаемся друг от друга. Вот взрослые делятся опытом и пониманием, молодежь энергетикой. Ну, вот здорово, правда, люди уходят с позитивом, и это всегда так. Происходят ли в Одессе какие-то фестивали по сальсе, возможно, соревнования, какие-то мероприятия? Да, конечно, есть. В Одессе на данный момент очень много, по крайней мере, в этом году запланировано очень много мероприятий интересных. И одно из наших мероприятий сальса-клуба, да, это летний фестиваль, который проходит на пляже, на берегу моря, который как бы в себя включает и семинары, и вечеринки, и шоу-программа, и то есть участие людей из как бы тех, которые танцуют, и тех, которые не танцуют, да, потому что есть разный уровень обучения. В любом случае люди могут насладиться атмосферой, потому что приезжают и кубинцы, приезжает вся Украина, разные страны, да. Угу. Европа очень часто к нам приезжает. Это вот интересно. То есть это будет такое международное мероприятие, международное, правильно? Конечно. Международное мероприятие уже 6-й год в Одессе происходящее, которое собирает, ну, более, наверное, 2000 людей с 6 утра до 6 утра. А уже известна дата? Это будет июнь. Где-то 26-е, 28-е, вот так июля. Вот. Июля. Июля, да. Вы говорите, что и кубинцы, да, приезжают, сальса зародилась, насколько я знаю, на Кубе. Да. Да. Вообще, как сами вот основоположники этого танца воспринимают нашу сальсу и насколько мы профессиональны? Ну, уровень сальса в Одессе очень высок по сравнению с Украиной, несмотря на то, что всего лишь 8 лет сальса в Одессе, а в Киеве зародилась лет 15 назад. Но, тем не менее, уровень сальса танцующих ребят... Мы должны быть, наверное, лучше, потому что все-таки одесская южная кровь должна способствовать какому-то движению. Так исторически сложилось, что мы живем на море. Это близко к Кубе, да? У нас есть песок, солнце, у нас теплая погода. И, конечно, у нас есть атмосфера, наши люди, которые очень близки к Кубе. И не зря побратимы города, в принципе, да? И Гавана свободна, и дух Одессы. Это очень важно. Поэтому в Одессе люди танцуют очень хорошо. И посещая фестивали международные в Европе, в Испании, в Италии, мы на очень высоком уровне. Нас уже знают и узнают, это здорово. И наши ребята, кто участвует в конкурсах, занимают высокие места. И уже мы ассистируем с кубинцами, которые приезжают. То есть берут одесситок наших девочек в ассистенты. Ну, мы уже на международный уровень хорошо вышли, это здорово. А вот на уровне Украины насколько одесситы... На уровне Украины знают все. В любом городе знают о том, что в Одессе хорошо танцуют. В любом городе знают о том, что в Одессе очень много хороших партнеров и ребят, и девочек, соответственно. И когда у людей из других городов стоит вопрос ехать в Одессу на фестиваль или на мероприятие, они едут без каких-либо проблем и с огромным желанием. Да, опять же, потому что море, потому что уровень сервиса, места, эмоции, ну и одесситы, естественно, которые всем рады, и мы всегда приглашаем всех. И в прошлом году был фестиваль фестивалей, в котором участвовал сальса-клуб. Мы получили премию от горсовета, было очень приятно. Мы организовывали возле Дюка такое большое мероприятие, где были одесситы и приезжие, и кубинец ведущий был. Было мега весело, здорово, вот как бы сальса сближает. И я надеюсь, что сальса в Одессе будет притягивать к нам международных инструкторов и гостей. И все-таки мы на хорошем уровне и хотим этим пользоваться, радоваться и приглашать еще людей. У нас есть возможность посмотреть сейчас видеоролик, посмотреть, как же происходит сальса, как же это выглядит. Давайте посмотрим. Yeah, yeah, me, yo, ba, oh, 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 yeah, yeah, me, yo, ba,
cuchara, orilla hierbabuena, limón y tu mojito está. A la rea como mueve la cuchara, arrímate a la barra, la candela. Mira cómo mueve la cuchara, orilla hierbabuena, limón y tu mojito está. A la rea como mueve la cuchara, arrímate a la barra, la candela. Мне кажется, что люди, которые чем-то увлеченно занимаются, да, они выглядят как-то по-другому, более привлекательно, скажем так. У вас, мы говорили о каких-то ограничениях там по возрасту, а вот люди, если там самые, не хочется говорить бабушки, дедушки, да, наверное, все-таки в танце они выглядят все равно молодо, да, но люди вот в возрасте тоже приходят к вам? Ну, смотря что рассматривать возрастом, они-то по цифрам, скажем, если мы рассматриваем возраст, есть у нас ученицы 68 лет, я не знаю, это много или мало, но по внутреннему состоянию я знаю, что человеку лет 27, такой средний возраст у нас людей 27 лет. Конечно, есть разный возраст, бесспорно, но приходят к нам люди настолько молоды душой, настолько зажигательные, настолько открытые, что могут дать, наверное, фору еще молодым. Да, вы знаете, это с такой энергетикой бешеной внутренней, что, ну, наверное, по цифрам, да, есть взрослые у нас товарищи. Они с удовольствием делятся своей энергией, своей энергетикой, своим каким-то вот очарованием танца, позитива, да, и, то есть, обязательно происходит вот этот обмен, и очень интересно, то есть, если у них есть как бы лишняя энергия, да, которую некуда деть, и хочется ее с пользой, да, провести это время, то обязательно они приходят и получают массу удовольствия. А с какого возраста можно начинать танцевать сальсу? Ну, начинаем мы, ну, берем ребят, ну, где-то с лет 16-18 такого возраста, потому что есть момент, в сальсе все-таки есть сексуальный подтекст. Это Куба, это жара, вы знаете, горячая, что такое кровь, горячие, да, кубинцы. Кровь. Вот, и кубинцы, которые на улице находятся с утра до вечера, горячие танцы. Все-таки сексуальный подтекст есть. Конечно, мы берем таких осознанных, скажем, ребят, и с детками не работаем. Вот. Но, в принципе, есть варианты, когда приходят родители и приводят детей, и детки хотят, и с родителями рядышком, да, мы берем. И получается, что, ну, тут еще такой аспект. Сальса – это игра между мужчиной и женщиной, да. И между девочкой и мальчиком, и между мужчиной и женщиной. И это своего рода ухаживание. И ухаживание, оно имеет какую-то такую вот границу, да? Какой-то момент, в котором нельзя ее перейти, но пограничное состояние, да? Поэтому вот эта вот игра, она всегда вызывает такой интерес и у мальчиков, да, и у девочек, потому что за девочкой, девочку добиваются, да, за ней ухаживают. А мальчик проверяет себя, насколько он может вот это сделать. На прочность. Да, да, да. Да, мы все-таки гордимся, что в сальсе мужчина – это мужчина, вот с большой буквы. Кстати, по поводу мужчин. Насколько много… Я понимаю, что, да, у нас как-то так принято, что в основном вот на танцы, да, идут девушки, да. Мужчины ходят, к счастью, их у нас есть. И их у нас есть много. И что вот… То есть нехватки не испытываете? Нет. Поразительная вещь, что последние 2 года я замечаю, что старшие группы, ну, то есть это люди, кто занимается там 2 года и более, у меня в старшей группе больше мужчин, чем женщин. Порой бывает. Если все-таки вернуться вот к каким-то практическим советам, да, вот я думаю, что есть сейчас зрители, которые, может быть, заинтересовались и хотели бы попасть на тренировки. Что нужно для этого? Нужна ли какая-то специальная одежда, какая-то специальная обувь для занятий? Первое, что мы говорим, когда звонят ребята, что нам нужно, это позитив и хорошее настроение. Вот на самом деле все. И вы. Да, просто да? Вы с хорошим настроением у нас на тренировке. Никакой специальной обуви. Опять же, социальность. Вот в этом и социальность. Никакой специальной обуви и одежды. То, в чем вам комфортно, в чем вы чувствуете себя удобно. То, что не смущает движение. Да, на Кубе танцуют босиком на песке. В любое время во дворе, на улице. Никаких нету специальных залов, ничего не нужно.
Просто приходите в том, чем удобно. Главное – позитив и хорошее настроение, желание поделиться с кем-то, найти, может быть, друзей, семью. И бизнес у нас тоже, да, ребята пытаются устроить на тренировках. Общение, новый круг общения, новые друзья, эмоции, позитив. Кстати, вот сальсу танцуют и на улице в том числе. Не было ли желания устроить, возможно, на улицах города какой-то флешмоб? Было желание, устраивали. Мы делаем пока что такие опен-эйры в центре города, и возле Дюка, и в Горсаду. Когда мы делаем, ну, скажем, анимации, да, такие мини-мини-уроки, любой желающий может поучаствовать с нами без подготовки. Это мы делаем флешмоб. Вы как раз прочитали мои мысли, но это пока тайна за семью замками. Флешмоб обязательно сделаем летом, да, обязательно но будет. Еще я так понимаю, что танцы у вас выходят за рамки просто вашего клуба, да, а вы еще и вечеринки устраиваете, да? Да, конечно. Вечеринка – это то мероприятие, это как результат тренировок, да? То есть люди почему интересуются сальсой? Потому что им есть потом эти знания, где применить. А вечеринка, сальса-вечеринка, сальса-дискотека, да, можно сказать. Чем отличается от обычной дискотеки? Тем, что там играет сальса. Но это то же самое время, это тоже вечером, это точно так же в хорошем заведении, в ночном клубе. Да, но поводом и причиной у людей является сальса. Они приходят на вечеринку, отточить те знания, проверить, что они выучили, да, и развиваться, общаться с людьми. То есть вот это вот тот момент, на который можно ответить, для чего мне заниматься сальсой. Потому что есть для чего ее использовать, есть где и когда, да, в отличие от других, к примеру, каких-нибудь занятий. А что вообще дает сальса? Ну, сальса дает многое, начиная от хорошего настроения, энергетики, физически тоже она дает, естественно, как любые танцы, потому что задействуется все тело, да, ноги, руки, бедра, особенно у девочек и так далее. Девочки худеют, мальчики мужают. Это общение, прежде всего, это новые знакомства. Это какое-то часть нивелирования социальных рамок в плане общения, потому что разного уровня достатка, работы, возраста и так далее, люди общаются совершенно спокойно, без границ и рамок. Это хорошо, это новые друзья, знакомства, и плюс к этому, как минимум, это частичное знание испанского языка. Потому что, да, все команды термин на испанском языке, да, нужно знать. В свою очередь мы учим общение с кубинцами тоже, с инструкторами международного уровня, это испанский язык. Это знание культуры, это путешествие, потому что мы выезжаем на семинары, мероприятия за границу. Вот. Ну и это времяпрепровождение, потому что вечеринки каждую неделю, это частые фестивали, выезды, приезды, обмен опытом. Такое общение в широком смысле. Каждый сам себя находит в чем-то, да? Потому что кому-то нравится музыка, и вот он только из-за музыки посещает, в принципе, вечеринки и занятия. Кому-то нравится движение. Культура просто движение, как движение, да? Просто тело движение, все. То есть сам танец. К сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Спасибо за этот замечательный разговор. У нас в гостях были руководители и инструкторы сальса-клуба «Одесса» Виктория Тараненко и Руслан Матолько. Спасибо вам большое за такой интересный разговор. И, в общем-то, мы говорили сегодня о весне, о том, как бороться с этими негативными эмоциями, как ее встретить во всеоружии. Мне кажется, отличный способ это пойти на сальсу. Почему бы и нет? Действительно, тем более, что весной нужно действительно каким-то образом менять свою жизнь, менять ее в лучшую сторону. Ну, один из вариантов – это заняться, например, танцами в стиле сальсы. Мы на этом с вами прощаемся. Желаем всем отличного утра, замечательного понедельника. Не грустите, наоборот, весна идет, и это замечательно. С вами были Анатолий Гуртовой и Ольга Ермоленко. До встречи. Пока-пока. Пока-пока.